Около 12 часов на массиве около Крымавтогаз людно. Собрались руководители полян протеста Ахмечита. Правительственная земельная комиссия приняла решение выделить земельные участки на массиве Крымавтогаз, но при условии. Получено согласие, что Крымавтогаз – это усадебная застройка, за исключением охранной зоны кладбища Абдал. Мы с этим согласились, и здесь по 8 соток переделается на 6, земли всем хватит. В 50 метров от меджлисовцев собрание провели сибатовцы, тоже по земле. Съемочная группа «Заман» им не понравилась. Канал. Зачем ты снимаешь? Убери камеру, вообще, убери, отверни ее. Тебе сколько раз говорю? Представители меджлиса работают в правительственной комиссии. Сибата там нет. В организации говорят, меджлис – посредник между безземельными крымскими татарами и властью. Они говорят, что сами будут распределять земли, что народ с ним. Организация Сибат выступает против них. Нам не нужны посредники. Мы без посредников решим этот вопрос. Поляны протеста появились 6 лет назад. Относительно массива Крымавтогаз уже составлена карта. Здесь можно разместить около 380 семей. Списки, которые принес в этот день Зевджет Куртумеров, утверждены правительственной комиссией. А у Сибата же свой список. Эльвина Сибулаева, Нарима Чубаров, «Заман», АТР.